2017 году мы открываем первую выставку. И эта выставка не зря называется «Рождественский подарок слабожанщине». Это действительно волшебная выставка, потому что это выставка Будянской детской школы народного искусства, я уже сказала, «Рождественский подарок слабожанщине», где вы можете видеть и керамику, и художественные работы, и учеников, и преподавателей за многие годы работы. Спасибо за то, что доверили открыть в этом году первую выставку именно Будянской школы. Для нас это огромная честь. Но для нас это не только огромная честь, но и огромный посыл вперед. Двигаться вперед, развиваться вперед. Мы очень надеемся, что совместными усилиями это поможет укрепить и развить это уникальное направление. Будянская роспись со своей индивидуальностью, со своим лицом, со своим характером. Потому что эта школа, она уникальна еще тем, что несет исторические большие корни именно мастерства художественного. В ней заложено мастерство великих художников Будянского завода, которые и сейчас не оставляют и поддерживают эту школу. Це один із тих потужних напрямків, які ми повинні розвивати. Дійсно, ми знаємо школи інші, в інших регіонах. Петриківський той же, припустимо, розпис. А мало знаємо про те, що у нас знаходиться, вибачте, підносин. Да? Тому ця виставка також, я думаю, сприятиме тому, щоб ми краще роздивилися те, що у нас є. Роздивилися, насолодилися і зберігали. І дуже, дуже приємно, що це роблять діти. Тому що це наше майбутнє покоління, безпечно. Якщо оці чудові дівчатки, хлопчики, які тут стоять, творять, щось нове, підтримують цю ідею, це дуже прекрасно.